Всем привет, привет, привет. Пока двигаю к реке, думаю, включусь, поздороваюсь, чуть-чуть поболтаем. Слушайте, я сегодня выбрался на Аку. Время вот 2 часа дня. Жара офигительная стоит вообще. Да и пофиг. Очень хочется надеяться, что... Сейчас очки сниму, а то не видно нифига. Что уровень воды здесь позволит нам ловить. Я отделываю дыра, повесил сумку, взял спиннинг. Но к воде не подходил. Сразу подъехал, собрался и пошел. Вот. Несколько недель назад я сюда приезжал, уровень воды был... Ну, оставлял, скажем так, желать лучшего. Слишком... большоват. Не слишком, но был большоват. Вот. Ловить можно, но недостаточно комфортно для этих мест, так как здесь берега сложные. Чтобы ходить, я имею в виду, по воде. Так. Вот она уже виднеется. Уровень чуть-чуть выше обычного, прям не намного, насколько я понимаю. Но сейчас подойдем к воде, тут пройдем. Очень стало много народу, об этом я повторяюсь, говорюсь часто в видосах. Здесь даже видно, он накатано, несмотря на то, что дорога экстремальная. Но я сужу по своей машине. Для тех, кого полный привод и машина высокая, проехать здесь как два пальца, как говорится. Ну вот, ну видно, что здесь вот что-то копали, закапывали. Вот опять народ здесь живет, приезжает. На данный момент никого нет. Очень хорошо и кайфово. Так народу хватает. Я бывал, приезжал. Ну это выходные дни. Я приезжал. Здесь народу вало, ну видно, да, вон, места под палатку, под все дела. Ух ты! Ух ты! Ух ты! А здесь теперь местный хозяин. Господи, боже мой. Он там, интересно, не спит? Не, никого нет. Местный хозяин. Его зовут дядя Саша. Вот, чистит реку. Это нормально в это время года. Вода высоковата. Ну, в принципе, ушла. Он какой он тут себе подогнал. Тема интересная. Пенопласт. Его не поднимешь, как он сюда приплыл, этот пенопласт. Офигеть. Тяжеленный просто. Слушайте, ну местный абориген здесь. Так что, если он будет оставаться и до выходных, здесь можно спокойно приезжать, ловить. Так как чужих никого не будет. Будет кайфово. Уровень воды высоковат. Он должен быть вот под эту ветку. Вот, конец ветки. Он должен быть здесь. Ну что, рыб-то где? Вода мутная, грязная такая, плывет всякая хрень по ней. Ой, чистилка еще это стоит. Ну, попрозрачной она будет в лучшем случае к августу месяце, думаю. Да, мутняк, конечно, страшный. Что тут сказать? Ничего не скажешь. Мутновато. Время еще такое. День не рыбный совсем. Ну, пока проснулся, пока собрался, пока доехал из Москвы сюда, пока туда-сюда. Ну, в общем, поэтому время-то ушло. Пока еще до дачи добрался. А после уж сюда. Вот была, ребята, первая поклевка. Сразу откусанный хвост получаю.
Ёж, что ли? Дорог. Дорог ёж. Единственное, после прудов. На такие реки не просто переключаться. Очень сложно понять, какую задать игру ей. Как забрасывать, какую приманку подобрать. Непросто. Здесь еще очень комарное дно. Здесь все в камнях. Здесь чуть зазевался и зацепил. Вот он есть. Окунь. Ага. Плохо висел. Фрикшопе затянут у нас немножко. Пока немножко так сложновато понять. Куда, что, как ей надо, рыба-то гуляет. Может, единственное, что здесь еще, ну, если кидаешь против течения, один вес нужен. Если кидаешь по течению, другой вес нужен. То есть где-то приманку прижимает ко дну, где-то наоборот течением выбивает. А хочется покидать и туда, и туда. Какой-то вес подобрать средний не получится, потому что поставишь слишком легкий, будет выбивать течение наверх. Сейчас мы идем против течения, очень сильно приманку прижимает, и игра получается очень быстро. Возможно, рыба не успевает гоняться за приманкой, либо просто ленится. Скажешь, ты что, обалдел, что ли, так быстро? Начнешь медленно, вот она уже цепляет. Но я все же сейчас, наверное, на задачу идти против течения поставлю полегче. Все, поставил гораздо легче. 0,3 должно быть покомфортнее. На паузе. Ух ты, плотва. Вот это да, вот это кайф. Красавица-то какая. Плотвицу я еще не ловил ни разу в этом году. И в том, и вообще я здесь, по-моему, плотву ни разу на спинник не ловил. Подлещик был, голавль был, щука был, судак был, окунь, соответственно, был. Так, ёрш был. Ну вот, плотва теперь. Что интересно в таких реках, есть такой снасти, ну если ты не преследуешь определенных целей, кайф в том, что клюнт может все что угодно. Для этого, ну, по-хорошему даже не нужна лодка. Одел вейдерсы или забродные штаны, они подешевле. Если разорвешь, здесь не так жалко. Под ногами. И пошел по берегу гулять. В некоторых местах, конечно, это практически невозможно в связи с тем, что ила просто немерено. Ой, очень много ила. И утопаешь чуть ли не по колено, не вылезешь. Я один раз так в свое время попал, еле вылез. На корячках пополз. Ого. Поднимусь-ка я повыше, а то я стою по пояс в воде. Сейчас меня будет шатать тут с такими волнами. Вон она, фигачит какая. Ну и нафиг, о! Да, глядите-ка. Вон дядя Саша пришел, надо пойти поздороваться. Падаю, ребят, поздороваюсь и вернусь. Ну вот. Ладно, дядя Саша не дождался, пришел ко мне сам. Падаю, я с ним поздороваюсь. 1000 лет, 1000 зим, дядя Саша. Какую?
Да я только приехал, я не знаю, там полчасика гуляю. Поймал ерша, окуня и плотву. Больше ничего не поймал, по одной штучке. Я вот впервые в этом году здесь. А я второй раз. Я только вот обосновался. Ну, привет. Здорово тебе. Очень рад тебя видеть. Я тоже. Вообще-то поехали наверх. Здесь делать невесту надо. А ты домой? Да. А дождь сейчас закончится. Я половлю еще, сейчас дождь закончится. Думаешь? Ну да, надеюсь. Тогда давай сюда сядем. Ну вот он пошел, долгожданный дождик. О! Дядя Саша зовет в палатку. Идем в палатку. А я-то присесть не смогу, только стоя. У меня же колено. А я палатку маленькую взял. Тут раз я оставил большую. В общем, а давай ждем. Подожди, стульчик возьму тебя. А, спасибо. Ты сюда вот, отвижу. О, погодка. Как хорошо, когда спиннинг короткий. Малька много, кормовая база здесь просто у нее сейчас шикарная. Ну ладно, блин. Давай, на связи, в общем, дядя Саша, рад был видеть. Да, я тебя тоже. Сейчас я выгружу здесь у меня. Да. Боль я, чтобы не таскать. А то дождик прольет, я сюда не проеду. Чтобы не таскать отсюда. Ну да. Погода изменилась, туча вон туда ушла, вроде как просвет, ветер сильный, гремит, вот рыба-то и придавила, а мы думаем, что она не клюет. Все, думаю, ребята, пора заканчивать, эта туча идет сюда, сверкает вдали молнии, на Оке в такие молнии я находиться не хочу, спасибо, но и нафиг. Ну вот, пожалуйста, перед грозой, перед дождем рыба закрыла рот, ничего не клевала. Поймали мы там 4 штучки. Одна упала раньше времени, 3 подержали в руках. И все. Судьбу испытывать я не буду. Думаю, что надо валить. Ну, немножко не срослось. Половить нам толком-то и у нас ничего и не получилось. Ну, вы сами видели, какие погодные условия. Хотя я смотрел погоду. Ну, обещали тучки, но без дождей. Ну, вода, видимо, притягивает тучу, как магнит. Поэтому тут вот дождик, гроза, молнии сверкают. Рисковать не надо. В таких погодных условиях лучше на воду не выходить. От греха подальше, как говорится. На рыбу подождет, ничего страшного. Но тем самым сезон по Оке в 2020 году наконец-то я открыл. А уровень воды чуть высоковат, вода мутноватая. Ну и ладно. Все, в принципе, как обычно, из года в год происходит. Теперь можно спокойно, смело выезжать, пытаться ловить. Главное, чтобы сейчас приближаются опять дожди. Вроде обещают там 3 дня подряд дождей. Главное, чтобы уровень воды резко не вырос. А то можно вообще не подойти к реке. Ну да ладно, это уже будем решать проблему по ходу поступления. А так, все нормуль. Поймать можно. Но сегодня как-то такой вот денек непростой. Давайте, друзья. Пока.